семінар для аграріїв, про який ми розповідали тиждень тому. У заході, нагадаю, взяли участь консультанти Міністерства сільського господарства Ізраїлю. Цей семінар став приводом не лише поговорити про новітні технології зрошення та іригації. Учасники заходу розповідали про умови ведення аграрного бізнесу в сучасних українських реаліях, про переваги того чи іншого напрямку сільськогосподарського виробництва і власні плани. In this project, because it's a continuous one, поскольку этот проект длительный, то мы продолжаем нашу работу и знакомство с развитием сельского хозяйства в Украине. Мой первый визит был в марте, и для меня это было хорошим представлением. Мы выезжали к фермерам, мы выезжали в поля. Я это видел и знакомился, и это будет продолжаться. Посещая поля, мы видели разные методы орошения, разные способы орошения. Мы видели, как выращивалась продукция в разных теплицах, тоннельного типа, в простых теплицах. Также мы имели возможность наблюдать проблемы, которые люди имеют с эффективностью как орошения, так и удобрения. То, что мы наблюдаем, мы можем с твердостью сказать, что есть много, что можно изменить. То, что мы можем изменить, очень важно, это знание технологий. Очень важно знать, что именно и в которое время. Также есть, мы говорим о технологиях, об изменениях, тех, которые могут быть низкозатратны. То есть это просто знание и внесение изменений в производство. И влияние на технологии улучшит производство. Когда мы говорим о том, что мы хотим что-то изменить, мы не оставляем фермера наедине с этими проблемами, что это взаимодействие. И, допустим, если у него проблемы с почвой или с засоленностью, у него должна быть возможность сотрудничать с лабораториями, где он может сделать анализы почвы. Это кооперация, это взаимодействие и ресурс, который мы тоже бы хотели улучшить, чтобы он, фермер мог получить помощь. Керівник підприємства «Патріот» з сусідньої Одещини вважає, що для впровадження новітніх технологій потрібно не так вже й багато. Смілость, мабуть. Желание не стоять на месте и желание изменить. Но на самом деле то, что мы обладаем самыми богатыми землями там, мира, это да. А вопрос в другом, а можем ли мы это как-то использовать для себя? Чем мы помогаем, чем помогает нам земля? Да, мы выращиваем урожай, но какой мы его выращиваем? Вот как, а почему люди, выращивая на камнях и песке, получают гораздо больше урожая и лучше по качеству. Смело в первую очередь внедрить, допустим, те же финансы, они требуют смелости распоряжения ими. То есть иногда финансов нету. Находишь кредитные возможности купить что-то там, запустить что-то новое. Ведь это, эксперименты не всегда заканчиваются хорошо. Поэтому, но мы не ищем как это, легких решений. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мы используем капельное орошение, причем мы компания, которая, наверное, одна из первых внедряла капельное орошение на Украине, то есть еще в 2007-2008 году у нас уже было капельное орошение как бы на наших полях, и это было как бы, ну, массовое явление. Да, для каждого производителя орошение, оно индивидуально. Кому-то подходит полив, кому-то подходит капельное орошение, но надо смотреть. По-философски ставится Ян Мішкевич и до відсутності державної підтримки аграріїв. Так, это не есть повод для того, чтобы сесть, сложить руки и сказать, вот нам никто не помогает. Да, нам никто не помогает. Единственное, что вот совместно канадско-украинский фонд, который нам помог в прошлом году и оказал нам поддержку, это была первая реальная помощь. Но даже вам более скажу, у нас есть друг в Канаде, фермер, он тоже выращивает чеснок, мы с ним плотно общаемся, и мы ему задали такой интересный вопрос. Вот мы получили канадский грант благодаря канадскому правительству, канадской программе и Украине совместной. Получили грант, и мы его как бы, ну, там, купили технику на него. Он говорит, а почему вам канадское правительство помогает? Мы говорим, ну, наверное, существует такая программа. А мы его встречно спрашиваем, а тебе помогает канадское правительство? Он говорит, нет.
Понимаете? Поэтому как бы вот это показательно, знаете, на самом деле у нас много разговоров о том, что там, где-то там далеко фермерам помогают, а у нас здесь никто никому не помогает. На самом деле и там далеко не помогают. Везде фермерам тяжело, это тяжелый труд. Насколько помогают? Да, может быть, там есть какая-то помощь, да, конечно, у них условия может быть лучше, чем наши, но поверьте, если сидеть и смотреть, кто бы мне помог, я бы сидел бы там же, где я и находился 8 лет назад. Цілком логічно гість з Одещини пояснює вибір культури, на вирощуванні якої спеціалізується його господарство. Ми вирощуємо чеснок. Да, исключительно чесноком, это наша монокультура, мы выращиваем чеснок большими полями, плюс еще как бы мы объединяем фермеров вокруг себя, мы даем им семена, даем им технологию, ведем агрономическое сопровождение их, то есть помогаем им развиваться, плюс собираем их урожай и вместе с нашим предприятием продаем это все на внешние рынки, на Европу, на украинский рынок. Почему чеснок? Ну, потому что мы успешно за этого выращивали овощной набор, который постоянно прыгает в цене, и он то дорогой, то дешевый, то его много, то его мало, и от этого происходит колебание цены. А чеснок, он долларово-зависимая культура, то есть это экспортная культура, которая постоянно привязана к доллару, и она стабильно, более не менее, существует только колебания мировой цены. А в Украине колебания цены происходит или перепроизводство, но перепроизводство, связанное, наверное, с перепроизводством чеснока второго сорта, или с недопроизводством, вот так вот. То есть говорить о том, что у нас очень много хорошего качественного чеснока, не приходится, потому что мы все еще экспортируем в огромных количествах из Китая. Кооперація сільгосптоваровиробників, щойно згадана представником Одещини, стає сьогодні популярною. Наше село займається вирощуванням овочів. У нас більше одноосібні господарства, але на території нашого села відкритий кооператив, яким не відкритий, а зареєстрований кооператив «Фортуна», в якому я голова. Ми як були, починали це все організовувати. Ну, трохи в нас там з фінансами не вийшло. Ну, от ми зараз учимося, добиваємося того, як можна без кредитів розширити наш кооператив, привлекти людей до нас. У нас був дуже великий семінар у селі по вирощуванню чесника. От, по вирощуванню чесника нам ці Сударкіни з Одеської області розказували, іменно Рада жінок цим зайнялася. От, ми хочемо, щоб люди наші, ну, як вам сказати, що ми продукцію можемо вирости. Ми садимо в рік, два-три урожаї, але нам її дуже тяжело реалізувати. Понимаєте ви? У нас все під капельним зрошенням. От, ну, оці новіші технології ми повинні кожен раз вивчати, правильно? І от наші партнери нам показують, як це все зробити і все. От, у нас починаємо ми садити огород з января місяця. От у мене, наприклад, 4 гектара землі. Ми об'єднуємося, вирощуємо. Перша – це в нас редиска, потім іде морква. Редиска – значить відкритий ґрунт, закритий ґрунт. Морква у нас під дугами, потім іде теж під плівкою, потім відкритий. Потім же ми це убираємо, ми садимо нову продукцію. Це помідори, перець. В общем, у нас весь є борщовий набор. Понимаєте, весь борщовий. Ну, нам треба реалізувати, нам треба зробити логістику. І саме об'єднання, переконані фермери села Новософіївка Голоприсненського району Херсонської області, здатне допомогти в організації більш ефективного виробництва. У нас основний ринок – це Капані. І ми туди добираємося, їдемо і здаємо за цю гривну. І це така біда. І от тому я участвую в цьому проєкті. Мені тут дуже подобається. Я вчуся нове і доношу до села. Не тільки я, а Рада жінок Херсонської області, яка зайшла до нас в село. І ми хочемо, щоб у нас оцей кооператив дійсно організувався, щоб люди могли приїхати, щоб нас не дурили. У нас беруть по одній ціні і тут же за цей час доставляють їх в Капані, продають дороже. А ми, сільхозвиробник, остаємося нижче. Ми нанімаємо людей, ми платимо за землю, ми веземо і ми нічого не отримуємо.
И цей кооператив ми хотіли організувати, щоб іменно у нас цю продукцію брали від наших односельчан, які вирощують. Вони його привезли, стали членами кооператива, здали свою землю, щоб ми працювали іменно, ну, як на себе. Понімаєте? Дуже велика обіда, коли ти привозиш, ти його виростив, красива продукція, красиво упакував. Ну, ти його не можеш реалізувати. Тебе забирають, забирає цей ринок у тебе по такій низькій ціні. Я в цьому році возила моркву. Я простояла двоє суток, я здала рубль 50. Я додому привезла 300 гривень із 1,5 тонни. Ви розумієте, я все віддала, я виростила красавицю. Інвестори, які зайдуть до нас в село, щоб вони напряму у нас забирали. Понімаєте, щоб ця капелька маленька оставалася для... І будуть робочі місця в нас в селі. Понімаєте? Дальше так жить нельзя. На следующий год ще буде хуже реалізація. І поэтому ми хочемо людям донести, що давайте будемо переходити до нових стандартів, до нової реалізації, до нової упаковки, понимаете, до всього новішого. От це ж це я хочу, щоб було будуще нашим дітям, моїм внукам, нашим дітям на селі. До речі, серед наших аграріїв є такі, хто вже і доволі активно запроваджує новітні технології. І не лише такі, що були представлені ізраїльськими гостями. Займаюся розвитком своєї ферми. Закладування в цьому році буде закладування ягодника, виноградника, овочі були, ну, поскольку постольку, тому що перший рік. Займаюся взагалі новими технологіями. Потому что по старым технологиям, ну, даже без этого полива и так далее, ну, результат минимальный. Потом занимаюсь также ветротурбинами туда же, чтобы можно было... Ну, сейчас хочу сделать, как говорится, опытный образец, который будет дешевый в производстве, и любой фермер может вывести на свое поле, поставить и питать там ту же помпу с нее там, и так далее. Потому что сейчас это очень большая проблема. Я, когда эти суммы, люди, которые платят за подведение электричества на поле, ну, слышу, то волосы дыбом встают. Можно купить много оборудования на эти деньги, если, ну, если не тратить их, просто кому-то дарить за то, что тебе кинут провода. И также все-все новые технологии, ну, есть... наработки, которые сейчас буду заниматься за зиму до весны, но про них не хочу рассказывать, дабы не быть потом последним или там в середине. Хочу быть первым по этим технологиям в Николаеве, как бы и по областям. Будемо стежити за новинками і ми, щоб першими розповідати вам про найцікавіше у сфері аграрного виробництва.